Всем привет! Сегодня у нас с вами мукбанг шаурма, наггетсы. Я, блин, забыла, что там наггетсы невкусные, где я брала эту шаурму. Я просто не покупала. Я как увидела, такая сразу. Блин, они были невкусные. Ну, кляр мне такой не очень нравится. Очень дубовый, мне кажется. Картошка, много соли, шаурма. Стандартная, неострая, с курочкой. Их кисло-сладкий соус. На какой-то соус он очень похож. То ли тысяча островов, то ли как там называется. И мой сливочно-чесночный. И сок солепридонья, яблоко. И хочу сказать большое спасибо одному человеку за донат. Спасибо тебе огромное. Счастья, здоровья, любви, денег, там, всех благ, все такое. Имя не знаю, не пишет имя. Спасибо огромное. Так, шаурма. Пылесос. Да господи. Так вот. Ногтей нет. У ногтей пипец. Белая. Надо убирать вообще. Ну, больно. Шума вкусная. Вчера в поиске выдался канал чей-то, ASMR, ну я не прочитала там, ну по превьюшке не поняла, там кто чё. Захожу, это было видео, это ASMR Софии, ну может кто знает. Так я не смотрю. Ну, раньше не смотрела, немножко не мой персонаж, не мой человек. Ну, я люблю комментарии почитать, что кому пишут. Почитала. Там как будто соревнования у зрителей. Кто лучше съязвит? Я такого еще не видела. Почему нормально? Ну, то есть они перекипают палку. Почему нормально что-то не написать и уйти, да, с канала? Или просто уйти, если не нравится? У нее же канал СМР, да, называется? Она вроде раньше СМР снимала, ну, как я иногда захожу. Кому-то комменты всегда почитать, что там пишут, интересно. Потом, как я поняла, она начала мукбанги снимать, потому что я на них попадала когда-то тоже. Вот. Как я по комментам сейчас поняла, она удалила видео старые. Ну, я не заходила, не смотрела, я так на слово поверила. Начала снимать СМР без лица, это половина экрана. Многим это не понравилось. Типа резко ничего не сказала.
Но с одной стороны, они правы. Если ты уже собрала аудиторию, не знаю, сколько у нее там подписчиков, но вроде, ну, нормально. 20-30 тысяч, наверное. Я не знаю, ну, примерно. Что-то я не посмотрела. Лаваш немного пересушили очень сильно. Ну, прям тяжело кусать. Еще не размягчился немножко. Она не права в том, что не сказала. А во-вторых, наверное, проблема в том, что все-таки стоит, наверное, уже новый канал создавать для СМР. Уже там мы обсуждали, что на иностранную аудиторию уходит, что-то такое. Но мне кажется, по факту уже нужен был новый канал. И там такая грязь, да кому-то нужна за рубежом, типа планка выше, все такое. Я думаю, и это были подписчики, которые любили ее смотреть, как они пишут. Жесть. Думаю, из-за того, что она вот передумала, да? Так грязью поливай всякое. Смеяться. Типа рекламу как будешь делать, еще там что-то. Такие язвы вообще сидят. Тут такая грязь. Попробовать. Ну, что-то мне вообще не нравится. Я, кстати, скоро поеду в Тулу, я говорила. Даем. Так, может, для шорца вырежу. Заеду, хочу заехать во вкусную точку. Что-нибудь привезти. Постараться не сожрать для мукбанга. Ой, тут вообще месиво. Ну, до этого я ненавижу шаурму. На улице я бы никогда не стала есть. Так не знаю, что там есть. Интересная вкусная точка.
Хорошо, прям посолили картошечку. Прям как у вас вкусная точка. Вот соленая. Надеюсь, я не передумаю. Я могу психануть и по дороге все сожрать. Ну просто хоть раз у нас с вами должна быть вкусный точек. Кошка жрать пришла просить. У меня кошка какая-то странная стала. Мое место любимое около входа на пуфике. И вот она может спать, слазит, где чисто, да, то есть где у нас ковер идет чистый, вот уже дома, да. Потом идет где грязно, где мы разуваемся, и на пуфик из грязи плюхается. И она может в полчаса раза три так делать. И вот целый день. И ложится спать. Я не понимаю. Ой, простите. Зачем она это делает? Может, уже это? Кошачья деменция или что это? Я в этом году будет сколько? 18 лет, да. 2005 год. Тут у меня целый салат. Микс. Попить. Как вы думаете, мне пойдет? Губы накачанные, к щекам, к моим. Мне кажется, пойдет. Хочу губы накачать. Я даже не знаю, сколько это стоит. И можно ли мне это делать, не знаю. Потому что у меня же иммунитета нет. Как что там будет? Я же и могу и как аллергичный быть. То есть иммунитета нет, то есть я к всякой заразе расположена, да? Надо будет узнать. Как раз можно будет у ревматолога спросить. Потому что все равно, мне кажется, кто губы колет, им как-то пофиг может. Хотя можно засудить потом. Хотя не знаю. Ну, если они тебе, типа, не сказали, что нежелательно, противопоказали такие-то, только ты еще потом докажешь, да, тебе не сказали. Не знаю. Вторая, наверное, не влезет, половинка. Кстати, по поводу браслета. Вот, знак зодиака мой. Рыбы. Еще похож на знак гедонизма, да? Только там без параллельной палочки. Это меня спрашивали, а что там? Мистика, оккультизм, все такое. Ну, я, конечно, читала по апису, кто знает, да? Про вот эти оккультные дела. Как это все делается. Интересно, конечно. Ой, дайте спрячу этот ужас. Но нет, я к этому не отношусь. Тем более с моим слабым полем только таким заниматься. Надо, чтобы у тебя была энергия, все дела. Да я не верю в это. Короче.
Ну, с атеизмом я, конечно, переборщила, наверное. Ну, что-то такое я не верю. Опять к этой теме вернулись. Ну, магия. Не, в какие-то моменты мистические верю, которые реально были и не поддаются какой-то логике, да? Ну, это мелкие какие-то моменты. Я уже и не вспомню. Ну, больше мне нравится, когда ты о чем-то думаешь. Например, что-то хочешь, да? Ай, зуб. И ни с того ни с сего тебе это приносит. Хотя ты не просил, не говорил ничего. Этот раз, помню, очень хотела маленькие желешки такие. Я никому вообще не говорила. Мне их потом подарили целую банку. Нифига. Настолько их хотела, да? Мазика вообще много. А раньше я могла сожрать целую шаурму. Теперь не могу. Так, пишите ваши варианты по поводу губ. Я бы сделала. Мне кажется, вот у меня такое лицо крупное, мне пошло бы. Хочу большие. Конечно, не как у этой, у Даши Дружи. Мама будет смеяться, скажет, ты чего? Как у Даши Дружи. Ой. Кхм.